только общий бойкот, потому что бойкот одной партии, он ничего не даст. Я имею в виду, вот сегодня есть наша партия, есть партия коммунистов, есть платформа «Да», есть ПАС, Майи Санду, есть другие партии, которые поддержали. Все видели результаты последних выборов в Ельцине, да, и в Кишиневе. Я считаю, что правым оппозиционным партиям на севере Молдавии и на юге в большей степени, и там ловить нечего. То есть максимум, что им там светит, это какое-то небольшое количество процентов, намного меньше 10. Ни в коем случае я не говорю сейчас о какой-то коалиции. Я говорю о четко спланированных действиях, если мы хотим реально в стране что-то поменять. Какие планы? Ну, он открыт, исходя из того, что говорят, что не возьмешь 15 мандатов, посадим. У них как бы идея набрать на всех 70. Дадон не наберет больше 30-35. Что бы он ни рассказывал в Москве, что бы он ни рассказывал избирателям.